Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Да, всем привет, меня зовут Денис Рогов, я основатель компании Портал VR. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей компании, о вашей деятельности. Ну, мы занимаемся виртуальной реальностью в России за ее пределами. У нас сеть клубов, порядка 20 клубов по всей стране. Плюс мы занимаемся торговлей VR и AR-оборудованием, аксессуарами и разрабатываем софт под виртуальную реальность. Ну, как интересно. Ваши ожидания от сегодняшнего мероприятия? Ну, как и от большинства подобных мероприятий, это новые контакты, новые знакомства, информация. В общем, классно то, что все равно как бы мир отходит немножечко от ковида, все начинают встречаться, общаться, коммуницировать, и это очень классно и здорово. Замечательно. А скажите, ваши пожелания бизнес-форуму «Ренессанс»? Ну, чтобы как можно большее количество людей нашло целевые контакты, партнерство, чтобы это вылилось в что-то большое, глобальное и интересное для посетителей форума. Ну и однозначно новая информация, то есть куда инвестировать, куда двигаться в наше непростое, турбулентное время. Это максимально важно. Благодарю, успехов вам. Спасибо, спасибо и вам тоже.